Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор поролоновых рыбок от бренда Jigit в размере 110 мм. Поролоновые рыбки, ну или попросту говоря, поролонки, это один из самых популярных типов приманок для джиговой ловли. Многие рыболовы сами изготавливают поролонки в домашних условиях. Я же ленюсь и покупаю готовые изделия. Не так давно известный российский рыболов Дмитрий Шабалин под брендом Jigit, соответственно, выпустил линейку поролоновых рыбок в разных размерах. Есть поролонки там, в разных длинах. Ну вот я взял в длине 11 сантиметров. Это, на мой взгляд, самый ходовой, самый универсальный размер, который позволяет ловить хорошо как знойным июлем, так и дождливой осенью, как окуня, так и щуку, так и судака. Поролонки Jigit поставляются на вот такой вот картонке. Имеется вставка, на которой непосредственно закрепляются поролонки. Ну и вот в упаковке находится 10 поролонок. Указан на картонке номер цвета, размер. Ну вот размер указан очень точно, то есть написано 110 мм, ну и линейка у меня показала длину 11 сантиметров. Поролонка выглядит вот таким вот образом, имеет прогонистое невысокое тело. Как можно видеть, спинка у приманки плоская, хвостик раздвоенный, установлен мощный качественный двойник. Двойник сделан из мощной толстой проволоки. Ну и длина двойника составляет 4 сантиметра. Ушко у крючка широкое. Ну и можно видеть, что крючок зафиксирован в теле поролонки с помощью клея. Приклеен очень качественно. Поролонка у меня представлено в цвете 101, вот таком вот зеленом однотонном цвете. Также можете встретить поролонки Jigit и в различных двухцветных, трехцветных расцветках. Ну, всего более двух десятков расцветок. Данная приманка прекрасно подходит для джиговой ловли. Соответственно, необходимо использовать шарнирный монтаж, там, оснащать данную поролонку там, грузом незацепляйкой или, к примеру, там, чебурашкой. Ну и классическая проводка ступенчатая, а также подбросы. Это вот основные базовые, так скажем, проводки с данным поролоном. Повторюсь, на поролонке Jigit в размере 110 мм можно ловить с успехом и щуку, и судака, и крупного окуня. Приманки имеют вполне адекватную цену. Приобрести их можно в интернет-магазине F-Magazine. Ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!